Ютуб, привет! Короче говоря, извините, что так вот просто с рути снято на скорую руку. В общем, я тут изобрел мега крутую самоделку. Доктор Дью будет просто счастлив. Смотрите, это самоделка для нарезания резьбы, блин. Позволяет нарезать резьбу, в принципе, на любом, почти даже ровно относительно. Главное, чтобы был образец резьбы и гайка, какая должна сюда вернуться. Короче говоря, это болт нужного диаметра, такой совпадает с диаметром прутка. Это гайка, это струбцина, это кусок бруса, это гравер. Суть простая, все это крепится вот так вот на соплях на термоусадку, собирается буквально за 5 минут на коленке. И получается вот такой эффект. Мы тут крутим. И видите, что получается. У нас гравер нарезает резьбу, блин. Вообще мега крутая самоделка. Такое я нигде не видел. Я считаю, что это вообще топ самоделок из говна и палок. То есть, проблема в чем возникла у меня? То, что мало того, что у меня нету плашки с резьбой нужного мне шага. Да и это пруток, это вал от принтера, который закаленный. Соответственно, плашка скажет, ой, все, при попытке ее нарезать. А тут вот просто мега крутая штука. Вот, как видите, у нас получилась вот такая вот резьба. Не скажу, что она соответствует всяким там ГОСТам, но она, по крайней мере, более-менее ровная. И гайка, по крайней мере, на нее накручивается. Что для самоделки из говна и палок и изоленты весьма-весьма круто. Соответственно, в принципе, если варианта другого нету, то это вообще офигенная самоделка, блин, я считаю. Если вам мое видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, отправляйте самоделку доктору Дью. Будем ржать вместе. Всем покедово.